Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня хочу поделиться с вами новым буксом, называется Spider Books. Регистрация здесь стандартная, имя, логин, email, пароль, вводим капчу и вход по логину и паролю. Пошли уже выплаты. Вот, минимальный вывод отсюда $1. Вход по логину и паролю. Зайдем в аккаунт и посмотрим. Значит, я на стандарте пока. Я зашла вчера сюда. Вчера сюда зашла. И вот здесь майн баланс. Вот у меня 1 цент. Как бы заработала я за вчера. Ну, давайте пройдемся по вкладочкам. Значит, апгрейд, пополнить баланс, вывод, как я сказала, от $1. Здесь, прежде чем зайти в вывод, нужно ввести капчу. Шестизначные цифры. Сейчас я зайду. Вот минимум $1 на вывод. Далее, это домашняя страничка, это сообщение, это пополнить нам не надо. Апгрейд. На стандарте я вам сказал $1. Вот, апгрейд минимум здесь $1.50. Я, скорее всего, сделаю апгрейд. Также здесь есть форум. Вот. И выплаты. Кликаем и смотрим. Вот кто-то выводил 4 октября. Это сегодня. 86 центов. Spider Books. Вот. Возвращаемся в аккаунт. Ну и читаем на форуме информацию. Так, вывод я вам показала. Вкладочка баннера находится наша партнерская ссылочка. 3 баннера. Персональные настройки у нас. Здесь я всегда ставлю Yes. Да. Прописываем Pair кошелек. Сюда мы вставляем, подождите, вот сюда пароль, который указывали при регистрации. Видите, надо быть внимательным. Так. Теперь сохранить. Нет. И проверяем обязательно. Кошелек прописан, все корректно, все правильно. Здесь будут отображаться наши партнеры. Ну, а здесь история депозита, история вывода. Я еще не выводила ничего. И заработок у нас здесь на просмотре сайтов. Здесь предостаточно рекламки. Абсолютно без вложений. Набираем $1, ставим на вывод. Ждем, когда загрузится шкала. И убираем перевертыш. Такая здесь капча. Все, зачет. Таким вот образом мы просматриваем рекламку. Ну, в принципе, здесь и все такого. Все стандартно. Все как обычно. Кому интересно, работаем. Минималку наберу на вывод. Проверю обязательно его на вывод. Запишу видео. Кому интересно, работаем. Мне интересно, проходим мимо. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.